Как обстоят дела на селе? Сегодня на площадке региональной службы коммуникации отчитался аким села Кылгдонен Рыскуловского района. Он отчитался о проделанной работе за прошлый год и поделился планами на будущее. Так, в сельском округе с населением около 4000 человек увеличилось число предпринимателей, а также поголовье скота. Подробнее в материале. По словам акима, всего в сельском округе зарегистрировано 79 сельхозформирований. Количество постоянно действующих коллективов 44. По сельскому округу в урожай 2023 года собрано 4276 гектара озимой пшеницы. Средняя урожайность составила 10 центнеров в общей сложности 42760 тонн. Также убрано 3394 гектара ярового ячменя, а валовый урожай составил 33940 тонн. Мал шаруашылығын айтатын болсақ, жалпы мал шаруашылығы біздің ауылдық округ бойынша 6 крупных крестьянских хозяйств в селе раздали своим паевым дольщикам 750 тонн зерновой продукции. Всего в сельском округе заготовлено 182 тонны сена, 65800 тонн соломы, 533 тонны кормов. По сельскому округу зарегистрировано КРС 3259 голов, из них маточного поголовья 1070 голов, мелкого рогатого скота 41647 голов, лошадей 2515 голов, домашние птицы 6413 голов. Своевременно проводятся соответствующие ветеринарные процедуры. В 2023 году по сельскому округу не было бруцеллеза и других больных животных. Кроме того, в селе немало людей, занимающихся предпринимательством. Они трудоустроены не только сами, но и открывают рабочие места для местных жителей. Так, на сегодняшний день в Кагданенском сельском округе функционирует 15 объектов малого и среднего бизнеса, обслуживающих население. Айгуль Клиулина, Адильжан Сайлаубек, Азамат Бескенов, 77 News.